Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 9 и 10 октября 2021 года. Это видео мы выпускаем чуть-чуть раньше. Почему? Дело в том, чтобы все, кто нас слушает, кто нас смотрит, могли подготовиться и провести эту простую практику. Друзья, 9-10 октября идут денежные дни, которые мы с вами можем использовать по максимуму, потому что мы с вами люди света, люди любви, и мы должны использовать возможность для привлечения достатка, для привлечения благополучия в нашу жизнь, особенно когда потоки сильнейшей созидательной энергии будут обращены в сторону планеты Земли. И именно 9 и 10 октября, друзья, это дни бесконечного процветания, которые мы с вами должны использовать и провести практику. Практика достаточно простая, но мы рекомендуем ее провести 9 или 10 октября. Возьмите обязательно ручку, и на безымянном пальце вам нужно будет написать цифру. Как провести эту практику и почему мы рекомендуем сделать 9-10 октября в денежные выходные, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, как мы уже сказали, 9 и 10 октября – это достаточно уникальные дни, денежные дни, потому что это дни бесконечного процветания, когда каждый из нас может кардинально изменить свою судьбу. Дело в том, что 9-10 октября на нашу планету будут направлены определенные потоки светлой, чистой энергии. И энергетика этих дней будет достаточно божественная, жизнелюбивая, благоприятная. Знаете, это дни будут безусловной любви и щедрости. И мы с вами должны радоваться. Да, мы должны каждый Божий день радоваться, но именно в эти дни, когда открывается особый портал, мы с вами можем не только находиться в таком вот в благополучии, в энергии, в потоке энергии, достатка, но мы можем и провести определенные практики, проводить определенные ритуалы, обряды, которые помогут нам в этом. И эти выходные самым наилучшим образом могут повлиять на с вами, на нашу жизнь, создать самую благоприятную ауру. Конечно же, с нашей стороны мы должны применять практики, а также обязательно чувствуйте в 9-10 октября обязательно гармонию с природой, с людьми. Постарайтесь в эти выходные, особенно если в вашем регионе будет солнце, обязательно выйти, порадоваться тому, что солнце светит, попробуйте почувствовать именно лучи солнышка, поулыбаться, порадоваться, говорить определенные аффирмации на привлечение удачи, на привлечение денег, изобилия, достатка, а также обязательно в эти выходные направляйте вот эту вот божественную, особенную энергию и силу в нужное только вам русло и вкладывайте это в развитие своего будущего. Друзья, эти дни 9-10 октября несут достаточно сильную, огромную силу и способствуют притяжению успеха во многих сферах нашей деятельности. Поэтому постарайтесь 9 и 10 октября убрать из своей жизни любые отрицательные эмоции, потому что они могут вам навредить. Также обязательно соблюдайте и некоторые правила. Во-первых, избегайте негатива. Это и лжи, это клеветы, это сплетен. Подруга звонит и просит что-то узнать или кого-то обсудить. Старайтесь улыбаться и скажите, что в другой день давай обсудим, только не сегодня. Никаких злых мыслей. Никаких действий. Ни в коем случае 9-10 октября никому не желайте того, что может причинить вред другим. И сами, кстати, не впадайте в уныние, в депрессию.
Не плачьте, не захламляйте пространство вокруг себя и внутри. Есть возможность, возможно, переберите какие-то вещи, которые вам точно вот не нужны или которые вы еще не успели убрать на убывающую луну. Просто отложите их отдельно и пусть они будут, чтобы они не тянули именно энергетику с вашего дома или квартиры. Также 9-10 ни в коем случае не занимайте деньги, как другим, так же и у других. Ни в коем случае не берите кредиты. И 9-10 не спите слишком долго в эти дни. Старайтесь больше активно проводить эти дни на природе, с друзьями, именно с теми людьми, которые вас действительно поддерживают, которые вас понимают, которые с вами уже были с вами в самую тяжелую минуту. Это очень важно, потому что, друзья, дни бесконечного процветания, когда потоки божественной энергии направлены в сторону планеты Земли, они нечастые. И именно 9-10 октября они такие. И, друзья, как мы уже и говорили, именно 9-10 октября проведите сильный ритуал. Это секретный ритуал, и его проводят, его нельзя проводить часто, желательно хотя бы где-то раз в полгода, лучше раз в год. Как раз есть такая возможность, и вы можете провести этот ритуал. Эти сильные слова, пожалуйста, произносите только вслух, в хорошем настроении и с добрыми намерениями. Проводить мы с вами ритуал должны в субботу или в воскресенье вечером. Почему именно в это время, вы далее поймете. Итак, вечером уже в субботу или воскресенье вам нужно умыться и обязательно надеть то ли новую белую футболку, то ли рубашку, но все, что было чистое и из натуральных материалов. Обязательно снимите все свои украшения, если вы такие носите, включая крестик, включая сережечки, все-все снимаем. И садимся лицом в угол комнаты. Далее берем ручку и на безымянном пальце с внутренней стороны левой руки, обращаем ваше внимание, нужно написать желаемую сумму. Именно ту сумму, которая вам необходима. Только, пожалуйста, не старайтесь писать какие-то огромнейшие суммы, лишь бы вот написать и посмотреть, будет или не будет. Не нужно так поступать с высшими силами. И не нужно самую минимальную. Подумайте о том, что действительно вам нужны деньги. Итак, пишем желаемую сумму. Только большая просьба, когда вы напишете цифру, не просто пишем цифру, запятая, и пишем 2 нуля и пишем знак валюты. Это очень важно, потому что просто написав цифры, высшие силы тоже умеют шутить. Далее мы говорим следующие слова. Светлые силы, поддержки и защиты у вас прошу. Отныне, как все живое под солнцем растет, так пусть мое финансовое благополучие пребывает. Деньги приумножаются и увеличиваются. Безденежье больше не знать. Достаток приумножать. Истинно, да будет так. Три раза, друзья, произносим. После проведенного обряда вам сразу нужно ложиться спать. Ни с кем не разговариваем, не смотрим телевизор, не включаем телефон. И уже, когда вы будете в дреме, попытайтесь себе представить возможный денежный поток в вашу жизнь. Стирать надпись и мыть руки можно только уже утром. Друзья, 9-10 октября – день безграничного процветания. Вы можете осуществить все, что вы хотите, все, что вы желаете, только вашим намерением.